Да, мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Ее мешает очень сильно кто-то. Кто-то очень сильно сейчас отхватит, мне кажется. Ты видишь этого кто-то? Ну, я вижу черные щупальца, которые полностью, он, знаешь, как какая-то медуза в нее черная. И я даю команду, значит, три, это черная медуза, эти щупальцы, все выходит безболезненно из ее биополя и летит в клетку тюрьму. Один, два, три, да, будет так, а так и есть. Как черный спрут какой-то. Хорошо, она меня слышит сейчас, Татьяна? Да, слышит. Хорошо, мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Она плачет, она просит убрать с ней все. Глаза трет. Я хочу услышать от нее ответ. Она готова доверить нам? Да, своей... она готова. Хорошо. И я даю команду, значит, три. Сканер начинает сканировать пространство над головой Татьяны, под ногами. И семь тонких тел Татьяны находит все. Мне четыре канала. Хорошо, поехали. Первый спрут был у нас. Черный, да? Черный спрут, гуманоид, oh. Инкуб и демон. Какой демон считает цифры над головой? 12. 12-герцовый демон. Демон, а на каком основании ты находишься в этом биополе? Тебя кто-то приглашал, у тебя какой-то контракт есть? Легкая добыча. Почему? Объясни. Он говорит, что все красотки — легкая добыча, не может в зеркало на себя налюбоваться и постоянно что-то не устраивает. И что, этим можно понизить вибрации до такой степени, что в тебя демон входит? Или там была какая-то другая ситуация? Конечно, самолюбование. Самолюбование – это грех, ты считаешь, и на этой чистоте ты можешь зайти. Насколько понижает вибрацию самолюбование, скажи мне, пожалуйста? Ну, если ты 12 герцов. Он говорит, что зеркала вообще опасны. Можно подхватить. А в этом, понятно, в этом конкретном случае, в том зеркале, которое она любуется, я понимаю, речь идет об одном зеркале, там есть портал? Он не будет об этом говорить, он не оттуда пришел. Хорошо, я же все равно просто найду. Если я тебя вытащу случайно опять по этой энергетике, я этому не обрадуюсь. И ты, соответственно, тоже этой встрече. Я просто он говорит, что уже вытащил. Демон, ты находишься в моей комнате диагностики. Здесь действуют мои правила. Ты здесь заложник. Не тебе решает, на что ты будешь отвечать, на что нет. Я тебя могу вынудить, принудить к ответам, которые я хочу от тебя получить. Первое предупреждение ты получаешь. После второго предупреждения... Хорошо. Я у тебя спросил, есть в зеркале, в котором она любуется, этот портал? Потому что ты связан с этим как-то. Нет, он не связан, он не оттуда пришел. Хорошо, покажи мне ситуацию, когда ты в нее вселился. И сколько лет ты там находишься? 2 года. Ты привел инкуба? Не устраивало ей все в себе. Угу. Внешность или что? Или ситуации не устраивали? Что не устраивало? Все. Там... тоска внутри, стержень одиночества. А откуда этот стержень там, интересно? Там нет, интересно, родового ничего? Он не знает. Так, ты привел инкуба? Вот инкуб как раз в зеркало пришел. А, вот как. Понятно. Значит, вопрос тогда к инкубу. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? Первый вопрос. 1,4 идет.
1 и 4. Значит, после демона пришел. Хорошо, ты вышел из... Ты связан с этим зеркалом. Расскажи мне за это зеркало. Это портал? Портал. Понятно. Хорошо, я думаю, Татьяна знает, о каком портале, о каком зеркале идет речь. Хорошо, и ты зашел на этой энергии любования? Не только. Ну, объясни мне, мне надо понять. Через зеркало передаются эмоции и чувства. Я читал ее долго, потом зашел. То есть ты был по обратную сторону зеркала, да? Да. И каждый раз, когда она в зеркало смотрелась, ты ее считывал, сканировал ее, читал ее мысли. И в какой-то момент понял, что тебе там интересно будет, да? Или какая была твоя конечная цель? Играть. Играть. Ладно, хорошо. Оставим на этом дальше. Так, гуманоид. Ты один находишься в этом биополе или связан с кем-то, какими-то каналами? Спрашиваю сразу. Обмана я здесь не терплю в комнате. Он связан с этим черным спрутом. Ну, проверим. И я даю команду на счет 3. Выстраивается канал от гуманоида. 1, 2, 3. И все, кто связан с ДНК Татьяны через гуманоида, притягивается в клетку-тюрьму, если таковые еще не притянуты. Канал со спрутом образовался. Хорошо. Гуманоид, как долго ты находишься в этом биополе? Первый вопрос. Между 5 и 6. Месяцев, лет, чего? Лет. 5-6 лет. Так, а как это так с этим черным спрутом, ваша связь? Объясни мне ее. Это моя конструкция. Угу. То есть он не органический? Наполовину. Наполовину органический. Откуда ты? Нибиру. Опять Нибиру. Ты посмотри, да что, откуда вы там беретесь? Там же не только темные цивилизации живут, там же есть и светлые цивилизации, нам говорили, правильно? Почему ты решил, что мы темные? Ну а как может быть светлая сущность входить в человека и воровать его энергию? Объясни мне, как? Ты же паразитарный образ жизни ведешь. Нам нужны энергии. Ну так ты вор, а это низкие вибрации есть. Почему ты себя считаешь не сущностью? Ты такая же сущность, как и вот рядом стоят. Потому что ты себя так ведешь. Ты говоришь, тебе надо. А почему ты не спросил, надо ли это тому человеку, у которого ты воруешь энергию? Я веду себя соответственно вашему поведению. Соблюдаю законы. Объясни мне вот этот момент. Соответственно, нашему поведению и соблюдаешь какие законы. Меня интересует этот момент. Неправильное поведение приводит к внедрению наших конструкций и, соответственно, отток энергии. Объясни-ка мне, пожалуйста, какое неправильное поведение сделала Татьяна, что ты к ней подключился? Гордыня. Вот демон меня удивляет сейчас. Почему ты на гордыню не зашел, а гуманоид? Это ж твоя чистота, по идее, демон. Любование само собой – это и есть гордыня, по-моему? Или инкуб, кто там ответственный? Ответственный сам человек. Понятно. Так, 5-6 лет. Спрут, я понимаю, находился столько же. Ты с ним пришел, да? Он ростом, да. Он ростом. Значит, 5-6 лет он там живет. Скажи, ты не ловец душ специально? Ты не воровал энергии жизни? Нет. Ты знаешь, что за это наказывается, да? Я могу проверить. Хорошо. Он показывает вот этот... еще пальцами которой. Да, он выходит за ее биополе. Угу. И она как вампир забирает чужие энергии и поглощает их. То есть вы практически из нее сделали вампира энергетического, да? Которая ворует энергии, даже не понимает, почему, что она делает. Она работает на вас. То есть вы ее запустили в общество, и где бы она ни находилась, она, получается, делает подключки к другим людям и ворует их энергии, или как это понимать? Но он как-то показывает, что вот общество, где она находится, она неприятна им. По какой-то причине, по какой они сами не знают. А причина в том, что она забирает их энергию.
То есть люди ее недолюбливают, получается, из-за того, что что-то чувствуют на интуитивном плане, что что-то не так, да? Так и есть. Хорошо, мне это понятно. Хорошо, давайте начнем реверс. И я даю команду тонкой копии Татьяны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Татьяне. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Скажи-ка мне, гуманоид, а вот это Нибиру, оно находится где по отношению к Земле? Как нам это себе представить? У нас есть такое предположение, что это с другой стороны Солнца от нас, правильно? Как и мы от вас, по другую сторону Солнца. Или это не так? Говорит, что все относительно. Ну, относительно меня ответы не устраивают. Ты не можешь находиться на северном полушарии, если ты на южном находишься, понимаешь? Это тоже все относительно. Поэтому я и тебя спрашиваю. Ты уверен, что эти полушария существуют? Ну а как Земля существует, если на ней есть полушария? Южное и северное, по-моему. Итак, где находится... Если ты представляешь себе Землю так, тогда хорошо. Мой ответ будет да. Как ты представляешь себе Землю? Надо же от общего знаменателя как-то исходить. Если мы говорим о двух разных представлениях Земли, я тебе объяснил, я представляю Землю в виде овала или полу, или круг, но ближе к кругу, так овальная форма. Как ты ее видишь? Какая Земля в твоих глазах? Реверс идет, Вера. Реверс заканчивается. Ждем, скажешь мне, когда. Ну что, он говорит или нет? Показывает. И что ты видишь? Она больше. Ту Землю, которую мы знаем, это часть планеты, как он показывает. Это часть планеты? А где остальная? Вторая часть? Не понимаю. Огромная планета, часть из нее. Это и огромная шара, скажем так. Это то, как он видит. То есть ты это видишь... Земля, защищенная куполом определенным. Но этот купол я вижу. И матрицу эту вижу. Ты имеешь в виду вот этот шар? То есть этот шар, Земля, входит в состав какого-то другого шара? Так это ты видишь? Да, он кивает. Реверс закончился. Хорошо, интересно. Ну, мы этого не видим. Не все видят, во всяком случае. Я первый раз узнал, что мы часть чего-то. Хотя я вижу матрицу Земли и вижу все эти каркасы. Хорошо, устанавливается. Он говорит, что ты не поднимался настолько высоко, чтобы видеть общую картину. Или же не обращал внимания. Может быть, не обращал. Так как состояние, в котором ты можешь это видеть, да. Оно требует определенной сосредоточенности. Ты смотришь вперед. Концентрируешься на том, что ты видишь. Но если ты постараешься повернуться, оглянуться и исследовать немножко то, откуда ты поднимаешься, ты сможешь увидеть полную картину. Хорошо. Мы посмотрим сегодня из Млечного Пути, когда будем назад возвращаться. Посмотрим на полную картину. Хорошо, благодарю за этот ответ. Хорошо, реверс закончился, да? Угу. Будем забирать сейчас светлые энергии. Устанавливается фильтр золотой сеточкой. И в порядке реверса Татьяна забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Татьяна себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Мы, в принципе, достаточно высоко поднимаемся, гуманоид. Мы на Солнце были, так что, в общем-то, может, просто не обращали внимания на такие вещи. Проверим.
Он говорит, что ты не услышал, что я сказала. Я услышал то, что ты сказал, Ты мы поднимем. концентрируешься на том, куда ты идешь, но ты Да. не смотришь назад. Он говорит, она смотрит. Она и должна смотреть. А моя работа Он говорит. Говорит, она знает. Хорошо. Вера, знаешь? Немного. Хорошо. Ну, хоть от гуманоида узнаешь, что там знаешь. А вам легко входить в матрицу Земли, гуманоид? Вам же надо вибрации понижать, наверное. Поэтому мы не можем входить в наших физических телах. Значит, ты в физической форме где-то находишься сейчас на корабле? Или на своей Да. планете? А, понятно. Далеко от Земли? Ну, это относительно далеко, наверное, да? Скажем, за куполом. За куполом, понятно, хорошо. Я просто под куполом вижу очень много пирамид. Вы же на пирамидах летаете? Вместе с ящерами? Такие же, да? Или у вас свои корабли? С этими товарищами? С этими мы тоже встречались неоднократно. Хорошо. Ривер закончится. Ривер закончился. Хорошо, я тогда сейчас обращаюсь к спруту. Спрут, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отсасывай всю жидкость, чтобы ничего там не осталось, ни малейшего следа. После того, как все уберут, будет проведена проверка 2 миллиона герц. Если кто-то что-то забудет случайно, он просто сгорит в этой клетке. Такое случалось уже неоднократно. Поэтому я рекомендую всех не обманывать здесь меня. Приступай, Спрут, и доложи мне потом о готовности к проверке. Не выпускаю. Стоп. Что такое? Ну, он слышит команды. А, то есть гуманоид должен дать команду. Гуманоид убирается. Хорошо, гуманоид, даю тебе команду, вытаскивай все из биополя. Выходить ему не надо. Да, он же полуорганический спрут. Какая фишка. Что он вытаскивает, Вера? Он сматывает что-то. Она как подключена полностью к этому. Скажи, гуманоид, Я понял. Контроль над какими чувствами ты имел? Но она полностью, вот этот спрут, он полностью заточен на отток энергии. То есть все, что любые эмоции, он, знаешь, показывает малейшие какие-то вибрации, да, ниже определенных, и они сразу на эту волну попадали, вот этих щупальца из нее, которые выходили. Понятно. Скажи-ка, инкуб, а ты случайно не накинул на нее покрывало свою вот это? Невидимую, чтобы ее делать для всех. Подожди, давай дойдем до нее. Дойдем, давай, смотрим, что гуманоид делает. Ну, он смотал вот эти, как шнуры, что это такое, что-то. Угу. И в голове установка у нее, которая крепился вот этот. Спрут. Понятно, понятно. Я представляю, что там в голове у человека было, когда эта установка. Хорошо, так, гуманоид спрут. Выходит сейчас. Инкуб, я к тебе обращаюсь. У тебя есть там накидка? Есть. Вот это я и чувствовал. Давай, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Все ленточки свои, ошейники. Вера, описывай, что он снимает. Но знаешь, у него эта накидка как фата. Угу. Это отгоняло людей, да? Нужных. Или делала невидимым ее для других нормальных людей. Правильно, инкуб? Он говорит, что у нее есть я. Зачем ей другие? Инкуб, а у тебя есть я. А у меня в руках есть оружие, которым я могу из одного инкуба сделать 2 инкуба. Как тебе будет лучше? Или ты будешь отвечать на мои вопросы, или мне просто это все надоест? Он отвечает. Что значит «есть я»? Ты паразит просто зашел в ее биополе. Больше, ни больше, ни меньше. Воспользовался слабостью человека. И сейчас ты говоришь, она моя. Зачем ей кто-то другой? Потому что она человек. В ней есть частица души. В тебе и в ней нет. Поэтому она никак не может быть твоя. Ты мог... Все снял. Хорошо, Вера. Поехали дальше. Демон, выходишь. Достаешь все, что осталось в ее биополе. Докладывай мне. Он снимает с нее сапоги высокие. Какая функция у этих сапог была, демон? Беготня, неспокойствие. И никакого результата, правильно? Потому что ты можешь только деструктивной энергией питаться.
Какой-то вечный поиск. Вечный поиск. Конечно, это изматывает, выделяется энергия, человек устает, а ты как раз ей питаешься. Это все понятно. Скажи-ка мне, хорошо, скажи-ка мне, демон, есть лярвы на биополе Татьяны? Да, есть. Где? Бедро показывает. Хорошо. Хочешь забрать? Да, заберет. Забирай. Только забирай все лярвы, если там еще где-то есть. На животе ничего нет? От инкуба там ничего не осталось? Нет, он снялся. Хорошо. Все, он забрал эту лярву, да? Да, забрал. Хорошо. Так, переходим теперь к процедуре рассинхронизации. И я даю команду на рассинхронизацию энергии Татьяны с энергиями спрута. Это заканчивается автоматически, когда каждый заберет 100% своих энергий. Готово. Хорошо. И я подхожу сейчас к Татьяне, кладу руки на плечи и помогаю ей сделать импульс высокого вибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, и эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо. Так, мы здесь закончили. Я даю команду сканеру на счет 3 начать проверку всех 7 тонких тел Татьяны. Контроль, проверку. 2, 3. Сканер начинает сканировать и проводить проверку. Куманоид, скажи, а вот ты, если 6 лет находишься в ее биополе, значит, 6 лет ты находишься где-то в состоянии, твое физическое тело находится на этом корабле, в состоянии транса ты находишься там, в состоянии альфа, или как мне это себе представить? Ты в медитацию уходишь или как? Он выходит иногда. А, вот как. Понятно. А тебе легко погружаться? Как вы это делаете? Как жидкость определенная. Ну, нам Грей рассказывали, у них тоже есть эта жидкость. Так об этой жидкости речь, да? Как и у Грея? Как гель. Как гель. И эта жидкость, у нее есть какие-то питательные функции или какие-то вещества, которые вам вас консервируют за это, на это время? Потому что вы же можете годами находиться там. Можем, но не нужен. Ну, не нужен. Угу, понятно, хорошо. Просто интересно, как вы можете спокойно. Он говорит, что для этого и есть биороботы, как спрут, которого мы останавливаем, оставляем на определенную ее программу. Да. И мы можем проверять, заходить. Ага. Несколько объектов есть, не только она. Я понимаю, да, мы уже встречались с таким. Вы просто приходите и как бы контролируете все это дело и можете выходить. Это, а спрут работает практически за вас. Я понимаю эту ситуацию. Хорошо. Что у нас проверка, Вера? Чисто. Чисто, все прошли проверку. Хорошо, значит, будем отпускать. Обращаясь к присутствующим, вам запрещен больше вход в это биополе. Мы будем его контролировать. Человек будет читать манифест. Сегодня в процессе чистки, и поэтому будет запрещать всем входить в ее биоробот. Так что, если кто-то второй раз попадется, пусть пеняет уже тогда на себя, потому что может закончиться фатально. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо, демон, готов уходить? Да, готов. Открывается внизу против часовой стрелки портал на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Инкуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, и забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя, и ставя огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Так, гуманоид, я понял, ты спрута с собой заберешь, да, или как это понимать? Это что, животное домашнее, у него же нет своей чистоты. Да, это мой. Тебя тоже прошу больше не приходить в это биополе. Тебе это понятно, да? Понятно. Хорошо. И я даю команду, значит, 3 открывается наверху против часовой стрелки. Портал на чистоте гуманоида. 1, 2, 3. Он забирает своего спрута и все, что принес, и уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Все, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Так, клетка у нас пустая? Да. Поехали дальше. Переходим по частотам. Высший договор, а? Да, у нее есть договор.
Хорошо, пусть тонкая копия проверит сейчас, какие ей нужны, какие она хочет аннулировать. Она говорит, наверное, мне надо все аннулировать. Абсолютно верно. Это надо все аннулировать, потому что это в основном контракты или с интерферентами, или из прошлых жизней, в которых вы страдали. Хорошо. Она говорит, а можно я посмотрю? Конечно. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите и можете озвучить вслух, чтобы ваша копия на Земле тоже знала в вашем биороботе, о чем идет речь. Ну, вот она выбирает один, говорит, мне вот этот интересно, как книга, она его открывает, и оттуда картинки идут. Какие картинки? 1936 год. Это какая-то губерния. Деревянные дома. Она молодая девушка, красивая, надета в таких русских одеждах, как платье у нее, как сарафан длинное. Зима. У нее есть парень, с которым они любят друг друга. Но свататься к ней приходит другой. Власть, которую имеет. Отец соглашается. А или ее не спрашивали? Ее не спрашивали. С властью надо жить, дружно сказал отец. Ну, если я скажу, это 1936 год, разгар репрессий, где по доносу любого расстреливали, поэтому... А нож, она себя убила. И какой контракт она тогда заключила? У нее невыполненная осталась. Невыполненная осталась, конечно, кармические узлы неразрешенные, которые она в той жизни не решила. Невыполненная задача полностью. Понятно. Только жить начинала она. 17 лет. Несчастная любовь. Она говорит, что она помнит. Помнит эту жизнь, да? Сейчас помнит, да. Хорошо, пусть она выберет контракты, которые ей не нужны, и с которыми она готова расстаться и скажет нам об этом. Все аннулируют. Хорошо, пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю свободу воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Здесь такие вибрации идут. Ей нужно найти этого парня, чтобы продолжить, которого она любила. А он на Земле живет сейчас? Да, они должны встретиться, чтобы продолжить то, что не закончено. Ну, с накидкой инкуба ее никто не заметит, поэтому... Сейчас это она говорит, и я теперь знаю. Хорошо. Сейчас она чистая, сейчас в нем все получится. Вышла энергия, Вера? Да, закончил. Хорошо, и выкидываем. Все контракты улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Аннулировано. Есть. Манифест. Я говорю вслух, а ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Готово. Хорошо, мы закончили чистку. Татьяна, как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствует. Поддерживаете эти высокие вибрации. Мы вам в сеансе показали, как надо. Выдавливаете из себя негативную энергию, если у вас какая-то есть. Точно так же интерферентов можете выдавить и скинуть их. И заправляетесь, пожалуйста, энергиями и вибрациями в этими числами, которые мы вам назвали. 380% и 25 Гц. И никто к вам не войдет. Держите себя на позитиве, прислушайтесь к той информации, которую демон с инкубом рассказывал. Измените в положительную сторону свою жизнь, и все у вас будет хорошо. Она благодарит, и она говорит, что много работы. Надо начинать. Потому что в прошлой жизни, как вы слышали, вы ничего не успели сделать, поэтому у вас двойная нагрузка в этой жизни. Но у вас все получится, если вы это очень сильно хотите. Буду стараться. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами.
Готово. Хорошо, и отключайся от Татьяны и перемещайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Да, я на месте.